Итак, сегодня пятница. Вы двое поспрашивали других, как мы договаривались? Мы что, должны были сделать к сегодняшнему дню что-то? Я же тебе говорила. Знаю, знаю, я шучу. Всем привет! Вы на канале DevPlay, и мы продолжаем проходить Persona 3 Reload. Не забываем пошлепать мой лайк, написать комментарий минимум из 5 хороших слов для поддержки этого видео. А еще можно платно подписаться на канал или задонатить по ссылкам в описании. А еще по ссылкам в описании можно подписаться на мою телегу. Погнали! Итак, побегал я по Тартару, апнул 13 уровень и, собственно, на этом будем заканчивать перерыв между сюжеткой. Да, закончим. Среда. Чувак, как жизнь? Эй, ты пытаешься разобраться в той истории о призраке? Расспрашиваешь о ней? А, конечно. Я забыл об этом. Серьезно? Может, стоит предоставить это Юкитон? Думаю, она приняла все это слишком близко к сердцу. Она может быть очень упрямой. Мне и без того есть и чем заняться. Кроме того, я знаю много других страшных историй. Уверен, от байки, которые я недавно рассказал, у тебя волосы дыбом встали. Говорят, она правдивая. Возможно. Больше сегодня уроков нет. Так. Хорошо, и что мне делать? Кого расспрашивать? Я не совсем понимаю. Ладно. Я не понимаю, да и пофиг. Стоп, не в ту сторону. Здорово. На, Кира-кун. Я вот думаю, чем бы сегодня заняться? Тренировки-то нет? Похоже, Юка хочет пойти со мной домой. Думаю, да. Не думаю, что Юка и я сблизимся, даже если проведем больше времени. В смысле? Подожди, подожди, а чё? Думаю, Валькирия может... поможет сблизиться. В смысле не сблизимся? А почему нет? Ладно, типа, почему? А в чем дело, собственно, подожди. Боже, стоп, точно, да. Вот оно у меня тут сбоку. После проведенного вместе времени чувствуется, что я и Юка сблизились. Кажется, скоро выйдут на новый уровень. А, то есть это реально не всегда работает. А почему? О, привет, с возвращением. Загогулина? Ладно, давай Павловнию.
странно, между прочим. Так, мужика нет? Нет. А, давай поработаем. Я честно отработал день официантом. Ночь. Посетитель подозвал меня и похвалил мою работу. Со мной пытался подраться пьяный офисный работник, но я постарался унять его. Вот твоя зарплата за сегодня, не спускай ее на ерунду. Спасибо. Понч-понь. Уже темнеет, мне пора в общежитие. Странно. Нутричка. Вот дерьмо. Я слишком долго думала об историях, о призраках. И в результате у меня начались кошмары. А как продвигаются исследования? Дело продвигается. Но об этом ходит столько глупых слухов, что сложно разобраться в ситуации. Зато мне удалось раздобыть кое-какую полезную информацию. Так что сегодня я планирую нарыть еще. Постарайся запомнить то, что узнаешь в школе. Хорошо, Кира-кун? Ладно, но я ж ничего не пытаюсь узнать. Так. А у кого, собственно, узнавать-то? Просто ходить и так заебывать всех? Неважно, нужно идти учиться. Окей. В натуре реально просто бегать, заебывать их. Ты слышал? Не. Киридзё-сэмпэй нравится парни, которые любят учиться. Может, мне стоит больше заниматься? Может, она обратит на меня внимание, если я стану самой умной в классе, несмотря на то, что я и девочка. Ты ебанько. А правда, что по всей школе сейчас ходят истории про призраков? Я не очень хорошо их переношу, так что не рассказывай мне их, хорошо? Ну, это не так уж и страшно, просто... И если остаться в школе последним, внезапно включится динамика оповещения. А в них слышатся старушечьи рыдания. И если после этого ты не успеешь покинуть школу за 42 секунды, они найдут твое тело с ног до головы, залитое кровищей, и все, конец. Слушай, ну, по крайней мере, что-то узнал. Юка-чан, я что-то узнал. А, стоп. Сегодня Магиси-сан снова отсутствует. Окей. Да в смысле? Я ж хочу тебе рассказать, ёбан это в рот. Пиздец. В
Вот же овца. Хорошо. Типа мало? Давай. Почему она меня туда не пустила? Собрания не будет, а день и без него за день не считается. Разве я не прав? Да мне похуй. Девочка, которая потеряла сознание в классе. Я слышала, она сбегала из дома и гуляла всю ночь. Может, попала в какую-то плохую компанию? Может быть. О белом Такаяке. О, белые Такаяки, долгожданная новинка, которую превозносят прям-таки до небес. У меня было столько заказов от учеников, что теперь их привозят ежедневно. И знаешь, это настоящая сенсация, прости, я заболталась. В общем, белые Такаяки остаются вкусными, даже после морозилки, непременно попробую их. Так. Белый Такаяки. Ладно, давай возьмем. Я не знаю, на кой хуй оно мне надо. Ну давай еще с тобой поговорим. Одна из учениц, что упали в обморок, училась с моей сестрой. Думаю, она тоже сбегала из дома. Говорят, она водилась с отморозками в том самом месте. Должно быть, там что-то случилось. Окей. Что получается, только в конце недели ей можно рассказать? Получается, да. Слушай, Кензи. Как делишки? Я скоро сваливаю, а ты как? Похоже, Томатика хочет встретиться со мной. Поможет сблизиться? В смысле, и с этим нет? Неважно. Ну какой хуй он есть, если это не сработает? Так, ну, давай еще разок получим отказ от этой. Привет! На днях ты приглашал меня на свидание. И я подумала, если ты не против, не хотел бы ты... Пойдем домой вместе. Ладно. Тогда я пойду собираться. Ей! Скажи, точно никаких проблем? Ты точно не имеешь ничего против? Понимаешь, я рада, что ты этого хочешь. Но... Подожди, мне нужен гайд. Мне ей отвечать. Так. Непонятно. Ладно, а будем разбираться. Что ты хочешь сказать? О, пустяки. Ох, занятия заканчиваются, идем. Идем. Бля, она милая.
Мы дошли до общежития, не сказав друг другу ни слова. Ой, прости, я просто думала, что сказать. Я все пыталась придумать тему, которая тебя заинтересует, Кира-кун. Но так и не смогла. Это же Иватадайское общежитие. Ты здесь живешь, Кира-сан? Мой дом в другой стороне. Почему ты не сказала? Прости. Я знала, что мы идем не туда, но... просто не могла ничего вымолвить. Бля, да еще милее. Я понимаю, что ты тратишь свое время на меня, поэтому... большое спасибо за сегодня. Кажется, Кихира нравится моя компания. Кажется, мы сблизились. Ей! Да-да-да, бла-бла-бла. Правосудие! Прости меня. Ага. После школы. Вечер. С возвращением. Ага. Так, карта города. Так, четверг. То есть... в кафешке поработать нам не судьба. Так, а ты что рассказываешь? В школе Гекоукан нашли еще одну жертву таинственных инцидентов. Раз жертва была у главных ворот, наверное, это и есть место преступления. Но если на жертву напали где-то еще, то пришлось бы потом перенести ее к главным воротам. Но к чему преступнику такое делать? Логики в этом никакой. Как бы то ни было, велика вероятность, что сама школа в этом как-то замешана. Угу. Конечно. Да. Сегодня тут поработать не выйдет. Зато, походу, выйдет тут попеть. Да. Погнали. Бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла, смелость куда выше. И все. И все. И какого хрена у меня связки сели? Ней, ты помнишь, что мы запланировали на сегодня? Сегодня вечером мы должны поделиться тем, что узнали об историях о призраках. Жду с нетерпением. Ага, я услышала довольно много интересного, пока расспрашивала народ. В любом случае, не забудь про сегодняшний вечер, хорошо? Ага. Ой-ой. Итак, сегодня пятница. Вы двое поспрашивали других, как мы договаривались? Мы что, должны были сделать к сегодняшнему дню что-то? Я же тебе говорила. Знаю, знаю, я шучу. Блин, вот это вспыльчивая. Она шуток не понимает. Душнила. Ладно, после школы встретимся в гостиной. Хорошо. Не забудьте. Ага. Так точно.
Так, Томатика, сегодня с тобой можно будет повтыкать, нет? Да блин, почему он не думает? Нет. Здоров. Чувак, сплетни это отвратительно. Надеюсь, никто не будет распространять слухи обо мне. А разве всем не похуй? Блять. Согласись, призраки бывают жуткими, но не все они такие. Обитает тут призрак какой-нибудь красотки, я бы позволил ей летать со мной. В смысле, пока она не решит поглотить мою душу или что-нибудь эдакое. Ясно. Пу-пу-пу. Да, сегодня ее тут нет. Так, хорошо, что... Что тогда будем делать? Угу. Ну, давайте с этим тогда погнали. Давай встретимся. Да, блять. На, Кира, собираешься потренироваться? Прости, мужик, давай в этот раз без меня. Миямото странно себя ведет. Думаю, персона, там скоро я и Миямото сблизимся. Команда легкой атлетики стоит моего внимания. Надо бы зайти туда после школы. Ага, я тоже пойду сейчас, через секундочку. Я не вижу Миямото. Ну, мы пошли. Удачи. Покажите там всем. Ты тоже заканчивай, Кира-кун. Увидимся на следующей тренировке. После тренировки я вернулся в общагу. Ну и Кира! Как дела? Я просто хотел по-тихому вернуться и потренироваться. Сейчас мы узнаем, где он был и что надо бы выбирать. Так. Опа, есть. Где это был? На меня насела мама. Она отвезла меня в больницу, заставила показаться врачу, когда я рассказал ей о колене. Но она записала меня к врачу, даже не спросив меня. Я не мог ничего поделать. Вот отстой. Да, точно. Я не понимаю, почему мама и остальная команда так себя ведут. Все лезут в мою жизнь, это так утомляет. Сегодня мне сделали рентген. Результат будет через несколько дней. А чё так долго? Не понимаю, почему так долго? Во, вот и я о том же. О, кстати, не говори никому, что я был у врача, хорошо?
Я рассчитываю на тебя, Кира. Мне стыдно, что я постоянно запрошу тебя чем-то молчать. Прости. Миямото признателен мне. Кажется, мы сближаемся. Новый уровень. Ладно, врач сказал сегодня отдохнуть. Но нам все равно стоит потренироваться. О, погоди. Если ты уходишь, значит тренировка закончилась. Тогда я просто пойду домой. Увидимся, Кира. Окей. Я решил вернуться в общагу. Не, ну на этом-то мы, конечно, сегодня заканчивать не будем. Как и договаривались, в понедельник. Сейчас мы проведем собрание и обсудим все, что удалось выяснить. Да ты серьезно подошла к делу? Ну, разумеется, у меня куча полезной информации. Как оказалось, злые призраки тут ни при чем. А, ну да, это и есть самое главное. Во-первых, обсудим, откуда вообще пошел этот слух. Девочку нашли на территории школы, что совпадает с историей про призрака. Но почему слух так быстро разлетелся, если подобное произошло впервые? Из-за ее предсмертной записки. Было 3 жертвы. А что из этого правильно? Я ж в душе не ебу. Было 3 жертвы. Верно. Ёпт, я угадал. Ну да, я удивилась, когда узнала. После того первого случая подобное произошло еще с 2 ученицами. Всех 3 жертв пришлось отправить в больницу. Неудивительно, что люди обвинили призрака. Ладно, продолжаем. Все жертвы учились в разных классах и на первый взгляд никак не связаны. Но было у них кое-что общее, знаете что? У нас тут что, викторина? Вот ты знаешь, что общего у 3 жертв? А, они учились в нашей школе? Боже. Алло, это мы и так знаем. Они тусовались вместе, балда. Я хотел выбрать, но потом что-то подумал. Причем не раз и не два. Они связались с дурной компанией и постоянно гуляли допоздна. Учитывая, что все они закончили одинаково, это явно непростое совпадение. Поэтому, чтобы все выяснить, мы проведем полевое исследование. Чего? Полевое исследование? Да. Есть одно местечко, где все 3 жертвы были завсегдатаями. Погоди-ка. Ты же не про то местечко за станцией в Порт-Айленде. Так ты про него знаешь? Ой-ой. Блин, туда нельзя! Я такого об этом месте наслышан, что мурашки по коже. Правда? Тогда тем более нужно идти туда всем вместе. Ты ведь пойдешь? Да. Другой разговор. Блин, я не знаю. У этого места реально отвратительная репутация. Нам и правда так надо туда идти? Да.
До этого момента лишь мы лишь выполняли чужие приказы. Мне кажется, настало время думать своей головой. Понимаю, о чем ты, но, блин, вот как спорить с таким заявлением? Выбора у меня нет, как я понимаю. Тогда решено. Пойдем завтра вечером. Так что не стройте особых планов. Мы все согласились пойти в опасное место завтра вечером. Я же говорила, что это не просто страшилка. Не может быть, чтобы они... Не может быть, что они существуют. Так, то есть после этого... Мы не сможем никуда сходить. И это, бля, пиздец дерьмово. Так, хорошо. Тогда... Тогда идем поделаем хоть что-нибудь. продать. А что у меня есть? Фрагмент трубы. Ценности, оружие. Так, ну я думаю, это можно и продать. Нахуй. Ну это тоже можно продать. Бля, ну насчет этого я не знаю. Наверное, продадим. Ебать, а чё они такие дорогие? Акихика. Количество жизненной силы. Так, иммунитета, смятению. Слушай, ну давай возьмем ему это хотя бы. Хоть немного апнем. Выйти. Так, а в аптеке мы можем купить что-нибудь? Надо. Кошачья еда. Блин, ну давай возьмем. Я не знаю, на кой хуй она мне надо, но... А почему бы и да? Уйти. Так, ничего не можем... А, стоп. Давай сюда. Тут вроде бы... А, нет, тут автоматов внизу нет. Ладно. Ага, во, один-единственный.
Отлично. О, аж 4. В смысле, а чё я только 2 могу взять? Написано, что в наличии 4. А, у меня в наличии, господи. Всё, я понял, я хорошо так тупанул. О, зырь. Слушай, она... Ага, именно этого 4 в наличии, окей. Так, ну этой хуйней, по крайней мере, я закупился по самое не хочу. Что у нас по... Блять. По почте... Не, я думаю, теперь можно отправляться уже в общагу, и на ней сегодня тогда будем заканчивать. Ну что, я хочу попиздюхать в Тартар, а на следующую ночь в Тартар не получится пойти. А вот вообще. Так что сегодня будем здесь стопориться, продолжим уже в следующий раз. Всем спасибо за просмотр и всем пока!